Всем здравствуйте! Хочу представить вам акустические колонки Diatone DS53D. Это первая серия 83 года выпуска. В 85 году выпускались уже 53D2. Они в черном корпусе идут. Эти колонки у нас в коричневом корпусе. Вот. Значит, коричневые корпуса. Коммерческое видео. Колонки идут в продажу. Сейчас посмотрим их и немного послушаем. Значит, внешний вид. В целом хорошее состояние колонок. Есть небольшие косячки, ну да, если уже присматриваться, там что-то, вот здесь там чуть-чуть уголочек, да, вот здесь чуть-чуть там, чуть подсбит. Серьезных царапин не наблюдаю. Здесь более лучше состояние. Вот. Бумажный низкочастотник у нас идет, 27-сантиметровый, заявленный. Значит, среднечастотник, высокочастотник. Купола на среднем частотнике и высокочастотнике идут титановые. Ну, соответственно, НЧ бумажный у нас идет с вами. Здесь вот такая у них как пропиточка, это заводская. Никто не пугается, что вот как бы на двух НЧ вот такие вот чуть потемнение, да, на самом деле это заводское. Подвесы все мягкие, штатные, ничего не менялось, не дырявые, ничего, все штатное. Все штатное, все хорошее. На корзинах присутствует небольшая коррозия. Левая колонка хорошая, ну вот здесь вот, например, по ребрам, возможно. Так, секундочку, что-то выключилось. Сейчас включим заново. Вот, значит, то есть где-то, может быть, чуть-чуть уголки. Вот здесь чуть-чуть замятость, пленочка отходит, да. Но в целом неплохой. То есть коррозия вот здесь чуть-чуть на левой колонке. Вот на правой колоночке, может быть, чуть-чуть побольше. И то НЧ даже поменьше. Вот есть на высокочастотничке, чуть-чуть вот здесь вот. Но все заводское, потому что заводское у них идет такое позолоченное, под лаком, я так понимаю. Динамики все рабочие, все проверено, все звучащее. Есть регулировка высоких и средних частот. То есть вот такое вот, да, ничего криминального, но косячки, они какие-то, в любом случае, при доставке, они присутствуют.
Ну, без каких-то серьезных царапин. Вот на одной, на правой колоночке, вот сзади есть скольчик небольшой, на одном уголочке. Остальное в целом, ну, я говорю, отходишь и практически ничего не видно. Сетки есть. Сетки неплохие. Названия сохранены. Сетки у них идут пластиковые, можно помыть просто. Но они не очень грязные. Вот на одной сеточке протерться, может, вот здесь вот чуть-чуть вот есть. Вторая вся хорошая. Но серьезных зацепок, дырок, ничего нету. Сетки в комплекте. Так, сейчас чуть переключим. Значит, включим CD-проигрыватель. Чтобы немножечко послушать. Мне понравились эти колонки. Все время привозил 53D2. Очень понравилось звучание. Сейчас вот на продажу есть 53D. Первый выпуск, 83-й год. Почти 50 тысяч йен за одну колонку. 17 килограмм в одной колонке. Вот, значит, шестиомные. Чем понравились? Тем, что открытое, хорошее, воздушное такое звучание. Они собранные очень. И первая серия, и вторая. То есть, такие, детальность хорошая. Поэтому вот они мне даже в целом немножко больше понравились, чем та же 77-я серия. По звучанию именно открытому, такому воздушному, детальному и собранному в то же время. То есть, очень хорошее, собранное звучание. Ни одна там, да, ни высокий, средний, низкий, ничто друг друга не перебивает. Звучат целостно, хорошо, все отрабатывают, каждую мелочь. Большого баса от них, конечно, не ждать, если только не отрегулировать на усилителе, да, включить там тот же loudness или повысить низкочастотники, но хорошо отрабатывают. В то же время басы, которые вот как и должны они звучать. Закрытый ящик, что немаловажно, без фазы инвертора. Поэтому бас быстрый, четкий, не гудящий. То есть мониторного типа такого получаются они, закрытого, да. Ну, сейчас немножко еще послушаем, не больше. Внешний вид я показал, сетки есть. Какие-то косячки, понятное дело, они возможны. Но в целом неплохое состояние. И хорошее, и в то же время хорошее звучание за эти деньги. Давайте послушаем. Музыка какая есть, а то банят. Давайте, может быть, что-то следующее. Звучание такое яркое, яркое, яркое звучание, хорошая детальность. Инструменталка хорошо на них. We'll be right back.
яркие, хорошие колонки. Ну, не будем долго задерживать. Вот такое видео по работоспособности по внешнему виду на продажу Диатон 53D2. Всем спасибо, всем пока.